Здравствуйте, друзья! Меня зовут Максим, вы смотрите канал The Quiz. Завтра у вас 1 сентября, День знаний, и я в какой-то степени решил помочь вам приобрести новые знания, а заодно протроллить немножко свою аудиторию и удовлетворить свой, так сказать, сугубо персональный интерес. Подобные опросы я регулярно и ранее устраивал. Сейчас прошло приблизительно полгода с того момента, когда я это делал в прошлый раз. И мне хотелось бы задать вопрос всем своим подписчикам. Несколько вопросов задать. Крайне интересно узнать, что у вас сейчас происходит в вашем регионе, где вы проживаете. То есть, было бы здорово, если в комментариях под этим видео каждый, кто сочтет нужным, написал бы, где он проживает, каков у него сейчас текущий уровень дохода, упали ли его доходы за последние полгода, год, или наоборот возросли, и что у них вообще в городе творится. Да, и еще, когда вы будете писать про свои доходы, ну, также опционально, кто как хочет, было бы неплохо также написать, что, чем вы, собственно говоря, занимаетесь. И я думаю, чем больше такой информации будет в описании видео, тем, соответственно, больше будет возможности оценить, как за последние полгода изменилась ситуация на территории Российской Федерации. Вот. Потому что различного рода проплаченные Кремлем Блевада-центры и прочие организации, которые занимаются фальсификацией данных, естественно, выдают в средства массовой информации, ну, стопроцентное вранье. Вот. Хотелось бы все-таки понимать объективную картину, что на текущий момент происходит на территории России. Вот. Ну и опять же, если вы хотите развернуть кран своей фантазии, написать, как у вас благоустраивается ваш населенный пункт, где вы проживаете, кладется асфальт, возводятся небоскребы, супермаркеты, школы, больницы и прочее, 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 прочее. Или наоборот, краш-тил и дестрой. Такого рода вот информации и ваши эссе, которые вы оставите в описании этого видео, они тоже всячески приветствуются. Ну, а я со своей стороны постараюсь именно под этим видео не банить вообще ничего. Можете писать вообще вот все, что у вас там на душе накипело полностью, хоть матюгами. Особая просьба для проплаченных троллей и хейтеров, и тех, кто Вольдина денежку получает. Не стесняйтесь в выражениях, выплескивайте. Мой канал сейчас смотрят американцы, много иностранцев. Я им объясню, как пользоваться Google Translate. Если что-то, какие-то выражения будут непонятны, разъясню. Ну и людям крайне интересно посмотреть вообще уровень, культурный уровень той аудитории, которая вот выступает на патриотических позициях. Им это, для них это новая развлекуха. Они немножко были в шоке, теперь это как бы новая развлекуха. Так что, ребят, пишите. Вы теперь как бы витрина. Витрина патриотизма в России. Вот. По вас теперь судят, как бы на мировом уровне, как вообще у вас патриотизм там происходит. И, в общем, это прикольно. Вот. Хорошего всем дня, удачи, ну и чтобы День знаний у вас прошел достойненько. Вот.